Пожары в Калифорнии. В Санта-Барбаре объявили эвакуацию. В округе проживают около 100 тысяч человек. В Калифорнии, США, лесные пожары добрались до округа Санта-Барбара, сообщает NBC. В регионе проводят обязательную эвакуацию. В округе проживают около 100 тысяч человек. Актер Роб Лоу, который живет в Санта-Барбаре, сообщил в своем Твиттер, что огонь приближается к городу. Он отметил также, что пакует вещи для эвакуации. Лесные пожары в Калифорнии бушуют уже около недели. Самым большим является пожар Томас. Он протягивается от округа Вентура до Лос-Анджелеса. Напомним, ущерб от пожаров в Калифорнии превысил 9 миллиардов долларов. Это самый существенный ущерб, причиненный пожарами, в истории США. По материалам сайта newsgro.com.